Как уже удалось выяснить, девочка появилась на свет на 34-й неделе беременности весом 2 килограмма 248 граммов. И сразу после рождения ребенка положили в пакет и выбросили в мусорный контейнер. Все действия следователи сейчас направлены на установление личности подозреваемой. Первое время, вот первые сутки, трое суток, они могут принести достаточно серьезные результаты. Конечно, опрашиваются граждане, берутся сведения в больницах, и иные меры принимаются к тому, чтобы установить женщину, которая в недавнем времени рожала. Следователи не исключают и того, что женщины и возможные подельники после преступления могли скрыться в других регионах. Граждане также могут помочь следствию. Если вам известна какая-либо информация по изложенным обстоятельствам, сообщите сведения по телефонам, которые вы видите на экране. Женщине, совершившей покушение на убийство собственного ребенка, грозит до 5 лет лишения свободы. В следкоме также отмечают, что подобные преступления для нашего региона нетипичны. А согласно цифрам статистики, за последние 6 лет врачам удалось спасти 5 новорожденных детей, которые также были найдены при подобных обстоятельствах.